Ну, внучок, слушай, как я в молодости твоей грешил. Сижу, значит, я как-то в кустах. Ждешь инкассаторский автомобиль? Ну, одно другому не мешает. Всем привет, с вами Геймер, и пришло время для нового обзора GTA мода. И сегодняшний мод добавит в GTA San Andreas новую систему ограблений. То есть, раньше мы просто по ночам ездили на грузовике и грабили различные дома. Теперь же у нас появилось многое другое. Что конкретно, спросите вы? Обо всем по порядку. Окей. Блин. Ну ладно. Ладно, окей. И первый вид ограбления. Вы можете грабить вот различные предприятия. А вы можете перед этим надеть какую-то маску. Да. У вас на выбор три маски. Первая. Итак, первая — это стандартная маска, которую мы одеваем, когда грабим по ночам вот все. Вот, у нее есть одна особенность: когда вы ее одеваете, ваша медленная походка становится вот такой. Да. Вторая маска. Это уже немного другая, скажем так. Это не совсем даже маска. Это просто вы красный платок одеваете. С ним ваша походка стандартная. Вот. Ну и, наконец, третья маска. Это, опять же, платок, но он голубой. Я вам не сказал, конечно, как их одевать. Одеваются они очень просто. Вы зажимаете пробел, нажимаете на один. Вы оденете первую маску, то есть вот эту черную. Пробел плюс 2, это будет красный платок. И пробел плюс 3, это вот этот вот платок. Чтобы снять маску, надо нажать на пробел плюс 0. Вы можете грабить, в принципе, и без маски, но вы можете получить так больше звезд. Окей. Кроме того, в предприятиях теперь вот появляются охранники. Автор мода сказал то, что они очень меткие, это нужно учитывать. И вообще с калашом как-то в пиццерии это немного странно, поэтому давайте его сразу ликвидируем. Окей, теперь подходим, наводим на них прицел, зажимаем J. Ну и ждем. Окей, ну у меня, мы заработали 1964. Вообще тут написано: ограбление успешно выполнено, но у меня стоит потраченская версия. Поэтому нам нужно как можно скорее перекрасить свою машинку. Как... Опа. Почему сразу стало две звезды? Что я такого сделал? Спер машину? Окей. И вот все, ограбление успешно выполнено, считайте. Как только вы ушли от копов, это уже считается, что все. Естественно, это не единственный тип ограблений. Сейчас я вам расскажу и про два других. Погнали. Блин. Окей, второй тип ограбления. Вы можете взламывать банкоматы, да. Все довольно просто. Вы подходите к банкомату, нажимаете F, воспроизводится анимация, и вы получаете рандомную прибыль и одну звезду. А 0 долларов – это один из багов, да. Данный мод, естественно, имеет баги, потому что он более или менее такой расширенный, ну, не такой уж и широкий. Я всего знаю тут три бага. Первый баг, но он разве что связан с тем, то, что у меня неподходящий этот русификатор стоит, вернее, он вообще отсутствует. Второй баг — это то, что вам могут написать то, что вы заработали 0 долларов, несмотря на то, что вы заработали все-таки довольно-таки приличную сумму. И третий баг — это со звуками. Они тут очень так резко исчезают, ваши стандартные звуки. И этот баг, он действительно очень сильно раздражает. Вот, лично меня он очень сильно раздражает. Но я надеюсь, в будущем автор мода его пофиксит. Я очень на это надеюсь, то что все баги будут пофикшены. Ладно, окей, третий тип ограбления. Я боюсь, мне придется очень долго ждать, прежде чем я смогу вам его показать. Ой, ну ладно. Потом я вам скажу, почему долго мне придется ждать. И вы все сразу поймете. Надеюсь. Окей, объясняю, почему мне нужно было долго ждать. Потому что новый, еще один новый вид ограбления заключается в угоне инкассаторского автомобиля. В GTA San Andreas он очень редко ездит по улицам.
В общем, я ездил, ездил, ездил по Лос-Сантосу в надежде встретить его, но нифига. Тогда я полез в интернет, где его можно найти, и опа. Я совсем забыл про это. В общем, в чем суть? Мы садимся в инкассаторский автомобиль, нам дают 4 звезды, и нам нужно от них избавиться любыми способами. Хоть перекрасить его, хоть чит-код ввести, хоть вот эти вот взятки найти, как угодно. Нужно от них избавиться. Окей, ну ладно, у нас тут неподалеку перекрасочка. Где она, кстати? О, вот она. Вот сюда нам и надо. И вот они, вот они, вот они. Вот они, 4 звезды. Давайте, бро, ребята, мы сможем. Мы сможем, да, давайте. Фух, окей. Это реально уже посложнее. Окей, 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 окей. 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 Давай, давай. Давай, геймер, ты сможешь. Я там никого не задавил случайно, нет? Ладно, пофиг, опять лаги со звуками. Ну да ладно. Вообще, когда я грабил пиццерию, должен был быть звук вот тревоги, да. Но его почему-то не было. Не знаю, либо лаг, либо еще что. Окей. Окей. Давай. Давай, все. Сейчас мы сколько мы получим? Рандомная прибыль тут у нас. Сейчас посмотрим, сколько нам. Во. Yeah! Инкассаторский автомобиль успешно угонен или еще как бы 300 косарей. Тут я понимаю. Окей. Окей. Да, круто, круто, круто. Оу, я. Знаете, я хочу проверить его на еще один баг. Если я выйду и опять сяду. Мне не дадут звездочки случайно. Нет, ну так, мало ли. Нет, слава богу, такого бага нет. Окей. Что? Ребят, вы тоже сейчас видели подземный вертолет? Это что сейчас было вообще? Ладно. Сделаю вид, что. Давайте сделаем вид, что этого не было. Да. Окей. Ну, на этом можно уже и закончить. Вот такой вот довольно-таки немаленький мод. Да, потому что у меня в последнее время были совсем маленькие моды, очень короткие обзоры получаются. Но этот обзор, я полагаю, получился уже подольше. И я полагаю, за это вы можете поставить мне лайк. Огромное спасибо. В общем, думаю, можно и заканчивать. С вами был Геймер. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Так как ваше мнение для меня очень и очень важно. Ну а на этом все. Услышимся и увидимся в следующих... ты чего, бро? Ты... Блин, нет, наглёшь. Услышимся и увидимся в следующих видео. Пока-пока. Народ, я что-то не понял. Он долго со мной тут сидеть будет. Он что, не заметил, что водитель изменился? То, что у него другой цвет кожи, например, теперь. Чувак, чувак, может, выйдешь? А, ну все, пока, чувак, пока. Это, во вторник в бар. Не забудь. Я уверен, что он не забудет. Уверен, да?